Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня немного пасмурно. Какой будет погода дальше, узнаем из сводок гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Летний период – замечательная пора для каждого школьника. И все больше родителей сейчас вместо долгих каникул у бабушек и дедушек в селе предпочитают организованные государством летние лагеря. Ведь и в них, помимо увлекательной досуговой части, и обширная образовательная программа. Ну а как отдыхают школьники Карачаево-Черкесии на базе летнего лагеря «Лесной» в Прикубанском районе в нашем следующем репортаже. Летний лагерь – это современное и комфортное пространство для детей, в котором каждый может найти себе новое увлечение, раскрыться новыми гранями и талантами. Ходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Здесь у ребят и новые знакомства, и общение со старыми друзьями, и увлекательные прогулки на природе. А для тех, кто не может ни дня прожить без саморазвития, организованы спортивные занятия, проводятся конкурсы и всевозможные состязания. Каждый день у них нет свободного времени, они заняты. Различные мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования. Мы не просто проводим, они получают за это грамоты. Мы даже пишем благодарности родителям, если дети вот получают много грамот. По итогу потока мы даже родителям пишем благодарности. На каждый поток лагерь «Лесной» может выделять только 100 путевок, но их, к сожалению, на всех желающих не всегда хватает. Ведь сюда идут дети со всей республики, и тот, кто побывал здесь один раз, непременно вернется еще. Я здесь уже второй раз. Здесь мне нравится, здесь хорошие мероприятия, здесь классно. Мы здесь играем во все мероприятия, во все. У нас все воспитатели хорошие, начальник лагеря хороший. А за правильным питанием детей, помимо поваров-профессионалов, также следит и медик лагеря Марина Жукаева. Питанием они довольны, они жалуются. Наоборот, еще больше добавки просят не один раз, а за 2-3 могут подойти. Команда педагогов лагеря каждую неделю посвящает оригинальной тематике. Дети посещают мастер-классы, которые организованы и стилизованы тематически. Ахмат Халкищев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на черкесском языке». Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. В отдельных районах сильные дожди. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. Черкесский кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.